В Сочи под эгидой городской федерации борьбы дзюдо и самбо в проекте приняли участие школа номер 26, а также 6-я гимназия. Заслуженный мастер спорта России, посол проекта «Самбо в школу», известный самбист Дмитрий Лебедев, провел на базе 26-й школы семинар для сочинских тренеров, в рамках которого были разъяснены новейшие подходы в тренировочном процессе. Закончилось занятие своеобразным зачетом, в ходе которого Дмитрий Лебедев исправлял допущенные ошибки и общался с молодыми спортсменами. Также Лебедев встретился с руководством 6-й гимназии, которая официально подала заявку в Министерство образования для участия в проекте «Самбо в школу». По результатам визита именитый чемпион остался доволен работой сочинских тренеров и заметил, что ставит Сочи в пример как город, где активно развивают адаптивное самбо.